И так некогда болтать. Новый груз настал сразу же, даже без перемены одежды. Видите, как получается? Опа. Но я уже сюда и ехал. По-любому это был... Тот груз был дополнительный. Ну, как бы можно сказать правильно вам или... Или как можно объяснить? Это был... Это была вишенка сверху тортика, как бы. Вот. Ну, так вот поставишь и все. Вишенка сверху. Хорошего, жирного торта. Которого я обычно не ем и не люблю торты. Мне бы лучше мясо, шашлык, такое вот все, там, ребрышки, ну, шашлык, стейк, в общем, по мне похоже, правда, ну, смотрится как будто бы тортик, да, но на самом деле не, а, ребята, я без сладкого могу сколько хочешь пробыть, ну, кое-когда нужен мне Red Bull, кое-когда, честно скажу, нужен Red Bull мне, а что все в левой, смотрите, все что-то в левой, а я в правой, когда-то я в такую туфту попадал уже. И, наверное, даже здесь. Все что-то влево, и, наверное, что-то сейчас будет... Ага. Must turn right. Вот оно что. Потому что правая линия поворачивает вправо. Вот в чем дело. Когда-то я в эту туфту попал был. Это нехорошая туфта. Нужно мне сейчас двигаться. Сейчас будут люди злиться. В общем, еду забирать тот обычный груз. Как его можно сказать? Обычный. Обычно в экспедайтинг, обычно в срочных грузах нету обычая. Никакого обычного нету. Я не знаю почему, но у нас это обычай, типа. Понимаете, что, в чем дело? Так, пустят меня, не пустят. Надо будет наглеть или не наглеть. Я буду наглеть, меня пускают. Спасибочки. Может, он мой канал смотрит, да, там сзади? Решил меня пропустить, попасть на видео. Может, мы его заснимем? На Тойоте. Да нет. Вправо куда-то уходит. Да, вот я здесь когда-то был попался. Меня чуть не врезали. Я оттуда поворачивал там влево. Мне чуть не дали были. Была проблема. В общем, я же говорил, нету обычая. В экспедайринг нету обычного обычая. Никакого обычая нету. Добавляют, когда просим денег больше, когда перевал закрыт. А потом уже... И соляра поднялась, попросили, чтобы добавили, и они добавили, понимаете? Ну, ну просто какие-то золотые люди. Как с ними не работать? Ну как? Я не могу с ними не работать, потому что если кто-то застроет здесь в Вашингтоне, или кто-то приезжает, я могу им хороший груз дать. Так, знаете, посолодить как бы кого-то. Знаете, вот чудак. Царапнули ему бампер или нет? О, утворяет. Да. Это хуже меня сделал. Это хуже меня. Я попросился, меня впустили. Ох и чмо! Он стоял тут, попросился сюда, чтобы повернуть прямо вот сюда, домой. И вон он поехал, смотрите. Видите, поехал? Да. Совсем нехорошо. Ладно, у меня 40 миль, 41 миля. Едем прямо. Там на фривей выскакивает. Здесь какой-то перекресток непонятный, в общем. Сейчас я вам покажу, чтобы вы поняли. Загрузка у меня на 5, как обычно. Не знаю, успеваю, не успеваю. Что уже, здесь все красное. 5, ровно 5 показывает. Что будем делать? Будем ехать? А что делать еще? Может, почти с опозданием даже. Не знаю, как оно получится. Газуем, ребята. Газуем, газуем, газуем. Нету когда. Сейчас буду включать этот. Телефонный. И буду здесь проверять, куда мне лучше ехать. Все. Я, знаете, чем доволен? Я доволен, что у меня покамест. Фу-фу-фу, можно сказать, да? Пока мест не течет этот автобус, крыша нигде не течет. В прошлом, в серебряном, да, текла крыша, через кондыши текла. Почему-то оттуда, там, где дует, в общем, где отверстие, не там, где дует, там, где втягивает воздух, оттуда реально текло, что нужно было мне полотенце подлаживать там и спать как-то
по-особенному. Это было так. Потом в синем, в другом автобусе, это я еще не снимал тогда, ничего этого не было. Но там у меня крыша текла с обоих сторон, на подкрыльнике капало, прям туда так лёп-лёп-лёп-лёп. И когда я две кровати ставил, там, когда семью брал, куда-то ехали там подальше, или в Калифорнии ехали, то как-то было не очень тоже, потому что, ну, с одной стороны, то капает на тебя по типу, а с другой стороны, просто лёпает на подкрыльник. Тоже было не ко благу, как бы, не очень. А вот в этом автобусе, наверное, новый, или может из-за того, что он был обклеен, и крыша еще осталась обклеена. Представьте, у меня крыша еще до сих пор обклеенная осталась сверху. Может, из-за того не течет, не знаю. Но я пока сдирать не собираюсь. Пускай она там и уродливо смотрится, но снимать не буду обклейку, пускай. Знаете, это лишний утеплитель, лишний insulation. Я его убирать не собираюсь пока. Загружены. Что классно, да? Время перевели. 5:30, смотрите, все видно. И все будет видно до почти до 7 часов у нас здесь. Так что радостно становится. Более-менее уже, знаете, утро длинное получается. И вечер длиннее. Так что всем водителям, это особенно тем, кто ездит на дальняк, постоянно длинные мили, это классно, в общем, когда день длинный получается и меньше уже ночи. А то получалось, что всю ночь пилить, потом день поспал, потом хоп, загрузился, уже опять темно, и вот так вот как бы жизнь свою проводишь постоянно в сумерках, постоянно сидишь в темноте, едешь все время ночь, сколько можно ночи. И вот такая перемена бывает. Было все нормально, выехал я нормально, потом до перевала подъезжаю, нарисовали нужды, типа хорошие колеса с хорошей резиной, будьте осторожны, там то-сё-то, снег, типа скользко, слякоть, но оно так и есть, вот видите. Снег идет. Плохо видно на камеру, извиняюсь, уже темно, но снег и слякоть. Едем дальше. А, да, мне кажется, все, что я делаю, это только заправляюсь, и все, и больше ничего. 4,89. Еще по-божески, наверное, да?
Может быть, некоторые из вас хотят знать, почем же соляра в Монтане, да? Ну, 4,79. Такая регулярная цена. Ну, это такое, это такая цена, что не с фривея, понимаете, не с 90-ки. Там на 90-ке на тракстапах будет дороже. Она все время дороже. Она даже в самые лучшие времена там дороже. Получается, ну, такая цена. Здесь уже наконец-то весна. Весь лед растал на озере, даже где был, даже везде, где был, там в заливах, и все-все-все, уже все. Все растало. На данный момент здесь по местному времени 9 утра. И вот так вот смотрится все. Но я скажу одно, в Монтане рассвет очень поздно. Так, чтобы уже четко видно было, все классно, как бы, более-менее, то часов 8 утра, представьте себе, как так видно уже. Не то, что там сумерки, и то все. Сумерки, я не знаю, у нас 5:30 уже все видно давным-давно. А здесь едешь в 7 утра, еще все темно. Я просто удивлялся, но очень быстро солнце поднимается, и очень быстро здесь становится светло. Долго темно, я скажу, долго темно, даже непривычно. Но это такое mountain time, горное время, когда вот поделено оно. Горное время, оно все время как-то интересно. И в Солт-Лейке так само, такая же ерунда. Там намного дольше получается, светлее, чем обычно. И вот так вот. Утром, в общем, темно здесь, я не знаю. Непривычно, непривычно совсем.